Ребята, снова всем привет! Сегодня я буду рассказывать вам про книгу о собаках, как вы уже, наверное, поняли, и об их хозяевах. Книга называется «Я нашла вам собаку», автор Ксения Колосова. Сама автор по образованию художник-постановщик. Это пока что ее единственная книга. Она рисует иллюстрации к другим различным книгам. Ксения является волонтером фонда не просто собаки, а собаки-терапевты. Как написано в сообществе, в социальной сети ВКонтакте, на их страничке, цель нашего проекта – сделать ярче и счастливее жизнь тех людей, кто оказался уязвим и незащищен в современном обществе, и сделать это с помощью собак, выпускников приюта для бездомных животных. Ведь огромное количество научных исследований доказало, что собаки, кошки и домашние животные, они благополучно влияют на психологическое и физическое здоровье человека. Книга построена на рассказах о домашних животных, о собаках, об их истории жизни, о тех собаках, которые попали в приют Ксении, о том, как она некоторым из них спасла жизнь, а многим также она нашла и хороших, и добрых хозяев. В свою очередь, в этой книге также рассказывают свои истории и владельцы, как они решились взять собаку из приюта, о первых днях собаки дома, о том, что иногда даже приходилось и отказываться от собак, потому что люди не рассчитывали свои силы, о том, как люди, кто-то в первый же день находит родственную душу в собаке, а кому-то приходится привыкать гораздо дольше. Как мне кажется, эта книга в первую очередь еще и о том, что прежде чем взять домой какого-то животного, будь то собака или кошка, нужно 100 раз подумать. Ведь они так же, как и мы, болеют, но при этом не могут ни сказать ни слова. Также у них есть и разный характер. В общем, нужно быть готовым ко всему. Книга эта рассказывает как раз-таки о таких разных ситуациях, в которых, к сожалению, не всегда бывает хэппи-энд.